Ира. Сережа. Поздравляю вас с Днем защиты детей, 1 июня. Какие планы на лето? На лето? Ну, поехать к бабушке там. Наловить рыбы. Да, на рыбалку к бабушке в Ставропольский край. А, правда? Да. Ага, понятно. И давно тут стоите? Ну, да, достаточно давно. Сами написали? Сами. Сами. Скажите, что происходит сейчас в вашей стране, на ваш взгляд? Ну, украинская армия оккупировала территорию, начала бомбить Славянск, вот, аэропорт Донецкий. Ну, это оккупация, война. А ты сама из Донецка? Да. Да. Ну, там, что интересно, там, видели, ну, видели, как эти бомбы сбрасывали? Типовые ловушки, да. Я видел. Он видел. Летит самолет там, и три раза по три эти ловушки скиднул. Скажите, на ваш взгляд, как разрешить ситуацию, которая сейчас творится в вашей родной стране? Что должны сделать политики? Ой, не знаю. Ну, наверное, это услышать наш голос. Сесть за стол переговоров, но сначала вывести войска. Да. В первую очередь. И признать, что мы это независимое государство. Да. Республика. Донецкая народная республика. Даже Новороссия просто. Ну, это Луганская плюс.